Спасибо большое, Никит Михайлович, за предоставление и за саму возможность подумать над этой непростой проблемой, потому что вот предварившие мое выступление доклады, на мой взгляд, ну, скажем так, заострили внимание на узких местах нашего понимания. И хотя в моем докладе предполагается обсуждение имеющихся препаратов и методов, то есть, по сути, где-то в чем-то повторение, я позволил себе, ну, скажем так, некоторый экскурс в философию, отвлеченную, и во многом здесь будет звучать моя точка зрения с опорой на имеющиеся литературные данные, наверняка в чем-то спорные, и поэтому любая дискуссия приветствуется. Мы очень хорошо понимаем, что опухоль не стоит на месте. И когда обсуждаем так называемые фотографии, снапшот, да, больного, портрета пациента первой линии, портрета пациента второй линии, обсуждая, назначаем мы иммунотерапию здесь и сейчас тому или другому пациенту, мы должны все-таки понимать, что даже с биологической точки зрения в довольно серьезном проценте случаев, я думаю, уж процентов 50, мы обсуждаем разные биологические портреты первой линии и второй линии лечения. Тем более, когда мы говорим о пациентах, которые манифестируют ранним локализованным раком, пациенты, кандидаты на хирургическое лечение. У них болезнь другая, и очевидно совершенно, что в ряде случаев перспективы иммунотерапии, в первую очередь и химиоиммунотерапии, гораздо более значимые, что было показано в докладе Данила Львовича. Поэтому мне представляется, что когда мы говорим о перспективах, да, мы, безусловно, должны учитывать имеющуюся ситуацию в первую очередь с доступностью и ссылаясь на неизвестность, недостоверность того или иного препарата или комплекса препаратов, мы можем говорить, вот в нынешней ситуации можно сделать так, но надо понимать, что болезнь не будет стоять на месте, она не будет ни в коем случае учитывать наши с вами резоны, она будет идти своим путем, к сожалению, с нарастанием внутриопухолевой гетерогенности, с нарастанием иммунотолерантности и резистентностью, с увеличением вероятности резистентности к тем опциям, которым мы им предлагаем. Поэтому второго шанса, мне представляется, часто у пациентов уже и не бывает. Там, где он есть, это принципиально более благоприятная категория больных, которые и в принципе, как правило, дольше живут. Ну, вот это тоже другая немножко интерпретация того жизненного цикла иммунологической толерантность иммунологического контроля, в первую очередь, здесь немножко по-другому переиначено, но так или иначе, речь идет о том, что мы теоретически, по крайней мере, исходим из предположения, что если появляется опухоль, то опухоль в результате своей естественной гибели по тем или иным причинам продуцирует, то есть выделяет антигены, которые улавливаются дендритными клетками, антиген-презентирующими клетками, презентируются новые антигены центральному звену иммунологического надзора, они прекрасно их распознают, выдают команду на выработку цитотоксических лимфоцитов, они потом попадают в кровеносное русло и попадают в место появления той самой опухоли, и там реализуется их эффект на уровне прямого взаимодействия цитотоксический лимфоцит и опухолевая клетка. Казалось бы, все здорово и понятно, но мне представляется, что в случае прогрессирования опухолевого процесса, то есть минимальной опухоли, тогда, когда мы все-таки можем говорить о том, что есть определенный баланс иммунологической защиты и свойств, да, опухолевой клетки, борющейся с иммунной системой, он уже сломан. То есть вот этот цикл в каком-то компоненте уже разорван, и мы имеем необходимость в первую очередь попытаться восстановить сломанный цикл, не очень понимая, где, в каком месте он реально сломался. Или на уровне антиген-презентации, или на уровне потери главного комплекса гистосовместимости, о чем говорил сегодня
Алексей Владимирович. Или же речь идет о неправильном представлении, представлении информации дендритными клетками или на уровне микроокружения, где вдруг по тем или иным причинам за счет вследствие нарастания воспалительного компонента или хронического воспаления резко увеличивается значимость регуляторного звена, опухолеассоциированных макрофагов, регуляторных Т-лимфоцидов. И так или иначе, этот цикл перестает работать так, как нам бы того хотелось. У нас есть не так много механизмов восстановления. Да. Мы пытаемся восстановить видимость опухолевой клетки, как минимум лишив ее защиты в виде представления PD-L-лиганда для того, чтобы рецептор на иммунокомпетентной клетке увидел опухолевую клетку, ее атаковал, это на уровне микроокружения, или же пытаемся снять иммуносупрессию, центральную иммуносупрессию, блокируя рецептор цитотоксического лимфоцита 4-го типа, или же проводя химиотерапию в надежде на то, что мы можем увеличить антиген-презентацию, не только цитотоксическую химиотерапию, но и лучевую терапию в том числе. Но вообще, возвращаясь к биологии, к фундаментальной биологии, не только опухолевой клетки, среди известных механизмов гибели клетки, в том числе и опухолевой клетки, а вот здесь их представлено 12 вариантов, иммунокомпетентная, то есть иммуногенная гибель опухолевой клетки составляет лишь некоторое, не очень понятное число. Мы не очень понимаем, в ряде случаев, почему погибает опухолевая клетка, каким механизмом она, через какой механизм она проходит. И далеко не всегда опухолевая клетка погибает с представлением как раз того самого иммуногенного компонента. То есть наши с вами ожидания, например, почему не работает, возможно, иммунотерапия у пациентов, которые получают молекулярно направленную терапию с мутацией гена EGFR. Потому что опухолевая клетка в этой ситуации в результате воздействия ингибитора тирозинкиназы гибнет по-другому. При этом не происходит антиген-презентации. Возможно, это опять-таки одно из моих предположений. Вот оно, видите, внутренний апоптоз, внешний апоптоз. Это разные механизмы апоптоза, по крайней мере, молекулярные биологи их, безусловно, отличают. И иммуногенная клеточная смерть – это достаточно специфический механизм, далеко не всегда, далеко не универсальный и далеко не всегда присутствующий, тогда, когда мы с вами даже на него рассчитываем. Вот есть потенциальные индукторы клеточной смерти, клеточной гибели, будь то химиотерапия, лучевая терапия и фотодинамическая терапия. И он реализуется через достаточно уже хорошо известные и понятные механизмы. Вот они здесь приведены. Я не стал переводить с английского на русский, но здесь приведены в первую очередь те самые молекулы биологические молекулы, причастные к иммуногенной клеточной гибели. Аннексин, кальретикулин, дезоксирибонуклеиновая кислота, хитшок-протеины. Помните историю с введением препаратов, которые должны были как раз ингибиторы хитшок-протеинов в химиотерапии, и ничего из этого не получилось. То есть фактически мы, в общем-то, можем, по крайней мере, попытаться увидеть те самые маркеры реализации иммуногенной клеточной смерти, например, при проведении химиотерапии, при проведении иммунотерапии. Если они есть, мы можем на это рассчитывать. Ну, как часто та же самая химиотерапия может вызывать иммуногенную клеточную смерть? Ответов на этот вопрос нет. Во-первых, далеко не каждая химиотерапия может вызвать этот эффект. Я, по крайней мере, обратил внимание в первую очередь на доклад Данила Львовича, в котором он показал, что выраженные или полные патоморфологические эффекты при проведении неоадъювантной химиотерапии составляют хорошо, если где-то до 10%. И я в первую очередь считаю, что это не только прямое цитотоксическое воздействие, это та самая иммуногенная клеточная смерть, которая, то есть сама по себе без
добавления иммунологического препарата существует, реализуется при проведении цитотоксической химиотерапии. И, соответственно, для при добавлении иммунотерапии к химиотерапии, и что мы видим как раз на раннем этапе развития опухолевого процесса в предоперационной химиотерапии, вероятность и полного патоморфологического эффекта, и выраженного патоморфологического эффекта резко возрастает, возможно, именно потому, что мы здесь, именно здесь и имеем эффект синергизма, взаимодействия той самой далеко не всегда существующей иммуногенной клеточной смерти, хорошо, если это 10% на круг, и компонента иммунотерапии. Ну вот здесь представлены компоненты и характеристики опухоли, которые могут ограничить эффективность иммуногенной клеточной гибели. Низкая мутационная нагрузка, та же самая экспрессия ПДЛ на опухолевых клетках и, самое важное, на макрофагах в микроокружении, специфическая гиперэкспрессия CD47 на опухолевых клетках, которая... взаимодействие с рецептором на дендритных клетках подавляет сигнал «съешь меня», потому что это всегда определенный баланс, который мы пытаемся сдвинуть совместно теми или иными усилиями, но, опять-таки, не знаю, генетически, то есть эволюционно сформированный механизм поддержания гомеостаза – это всегда очень устойчивая вещь. И когда мы что-то индуцируем, безусловно, при этом что-то мы индуцируем и из супрессивных компонентов. Экспрессия молекул главного комплекса гистосовместимости, о котором сегодня уже говорилось, которая может подавлять рецептор, специфический рецептор LIL-RB1 на макрофагах, подавляя фагоцитарную активность. Ну и высвобождение различных факторов иммуносупрессии различными опухолевыми клетками. Здесь они тоже перечислены. С другой стороны, мы не можем не игнорировать и факт активного то есть противодействия, если хотите, которое может ограничивать эффективность иммуногенной клеточной гибели. Хронические инфекции, курение, воспалительный характер микроокружения, старение иммунной системы, возраст очень важный компонент, ожирение, сопутствующие заболевания, функциональный и даже ментальный статус. При этом сейчас, в общем-то, активно выделяется в теоретической литературе все-таки понятие иммуногенной химиотерапии. Потому что, как оказалось, есть цитостатики, которые прекрасно вызывают иммуногенную клеточную гибель, к ним относится клофосфамид, классический доксорубицин. Это работы 20-летней давности, когда было впервые показано, что именно их применение вызывает иммуногенную клеточную гибель. С другой стороны, цисплатин, который достаточно долго считался неиммуногенным препаратом. Но здесь есть принципиальные вещи. Вот последнее приложение, что некоторые цитостатики в зависимости от режима, времени, дозы, последовательности введения проявляют различную иммуногенность. И даже в сочетании, в том числе и с иммунотерапией. И это вопрос достаточно глубокого, необходимости глубокого изучения этой проблемы. При этом, например, высокодозная химиотерапия, почему она, одно из объяснений, почему высокодозная химиотерапия в солидных опухолях никак себя не реализовала, будь то мелкоклеточный рак легкого или будь то рак молочной железы, потому что она проявляет в том числе и в первую очередь достаточно выраженный иммуносупрессивный эффект. Вопрос использования комбинированных стратегий. Конечно, идея комбинаций в первую очередь при сочетании с иммунотерапией увеличение эффективности этой самой комбинации в сравнении с базовыми компонентами. И здесь сочетание с лучевой терапией, с химиотерапией, с фотодинамической терапией или моноклональными антителами, включая активатор OX40, CD137, с противоопухолевой вакциной, ингибитора ангиогенеза. Все об этом будут более поздние доклады в сегодняшней сессии. Лучевая терапия. Тоже сегодня уже довольно много об этом говорилось, но при всем при том, что мы, безусловно, рассчитываем на то, что проведение лучевой терапии
может переключить даже холодную опухоль в состояние более горячей опухоли, и здесь, наверное, вероятность иммуногенной клеточной гибели существенно выше за счет универсального механизма повреждения лучевой терапии, но при этом может возрастать и экспрессия эпителия лиганда как защитного механизма и степень инфильтрации макрофага в микроокружении, что само по себе может подавлять иммуногенную клеточную гибель, что мы, может быть, и видим в тех клинических исследованиях, где использовались более высокие дозы химиолучевой терапии, более высокая интенсивность. А помните, химиолучевое лечение рака легкого с более высокими дозами, где не получилось реализовать большую эффективность за счет увеличения дозы. И вот здесь не успел перевести, но мне кажется, здесь все достаточно понятно. Мне кажется, что мы можем как минимум сейчас уже рассматривать принципиально два разных состояния, о которых мы сегодня уже неоднократно говорили. Холодные опухоли, опухоли, где, в, скажем так, на уровне лабораторного представления, это опухоли как раз PD-L-негативные, где, может быть, и именно начинать их лечение нужно именно с химиотерапии, с тем, чтобы опять-таки попробовать, а можем ли мы у них конкретно реализовать ту самую иммуногенную клеточную гибель, и потом добавлять к ним иммунотерапию. Может быть, сразу, то есть в течение первой линии лечения, а может быть, как предлагал Константинович, для неплоскоклеточных раков, начиная с химиотерапии в первой линии, применять иммунотерапию во второй линии, с тем, чтобы экономить ресурсы. Или пациенты, более редко встречаемые, но горячие опухоли, я имею в виду опухоли легкого. И вот здесь использование иммунотерапии с костимуляторами, в первую очередь в сочетании с химиотерапией, наверное, представляется более оправданным, потому что, опять-таки возвращаюсь, эволюция злокачественного процесса может нам совершенно не оставить второго шанса на эту попытку, с тем, чтобы мы потом исправили уже непоправимое. Вот вариант, вот здесь сведены в одну табличку исходы лечения комбинированной химии и иммунотерапии из разных клинических исследований. Очень похожие результаты по общей выживаемости. Медианы 28, 30, 17,3, но это не самое удачное исследование. И мы, единственное, что мы видим вот в этой ситуации, достаточно высокую непосредственную эффективность. 62% объективных эффектов, 69%, 53%. Это действительно очень высокая эффективность именно комбинированного подхода. Там, где мы и ожидаем высокую эффективность, это пациенты, те самые горячие, имеющие горячую опухоль. А вот подгрупповой анализ, проведенный FDA, для не групповой, а общий анализ нескольких клинических исследований с PD-L-экспрессией, с позитивной PD-L-экспрессией, но без тех самых горячих опухолей. И здесь, в общем-то, тоже напрашивается вывод, что использование комбинации существенно эффективнее, чем стандартная иммунотерапия. А вот PD-L-негативные опухоли, PD-L-негативный рак легкого. И два клинических исследования, о которых уже сегодня неоднократно говорилось, где мы можем говорить, по крайней мере, рассчитывать на достаточно умеренную эффективность комбинированного подхода, будь то комбинация иммунотерапии и чуть более эффективная комбинация вместе с химиотерапией, 27-32% объективных эффекта. И, в общем, по сути говоря, ничем не отличающаяся медиану общей выживаемости 17,4-17,7. И вот эта история добавления химиотерапии, да, чем отличается CheckMate 227 и 9LA, только добавлением двух курсов химиотерапии, на мой взгляд, в долгосрочном долгосрочной перспективе, в общем, лишь позволяет сделать вывод, что, оказывается, химиотерапия, по всей видимости, у этих пациентов с холодными опухолями сама по себе ничего не дает. Она не дает того самого компонента иммуногенной клеточной гибели. И, соответственно, она ничего не добавляет к эффективности двойной иммунотерапии. Ситуация для неплоскоклеточного и плоскоклеточного рака выглядит в целом немножко по-другому. И сегодня мы можем говорить, что
комбинированная химиотерапия для химиотерапии или иммунотерапии для неплоскоклеточного рака – хороший выбор. А вот так как то же самое, что говорил Константин Константинович о плоскоклеточном раке, вот здесь все немножко по-другому, потому что, по всей видимости, химиотерапия не очень, особенно химиотерапия с моноиммунотерапией, принципиально, по всей видимости, может быть менее эффективна, и нам, не рассчитывая на эффект иммуногенной клеточной гибели, нужно сразу обращать внимание на пациентов, на вероятность, на возможность проведения именно комбинированной иммунотерапии, всерьез не рассчитывая на эффект иммуногенной клеточной гибели системной. Вот Константин Константинович сегодня уже показал, это вот буквально, я не знаю, работа, вышедшая на прошлой неделе, сравнение двух исходов двух клинических исследований Посейдона, дуралумаба, тремелимумаб с химиотерапией и CheckMate 9L8, опять-таки иммунокомбинированная иммунотерапия с химиотерапией. Посмотрите, попробую показать, наверное, так будет проще. Дурва-треми плюс химиотерапия и ипинива плюс химиотерапия. Основные параметры эффективности. 38 частота объективных эффектов. Длительность эффекта приблизительно одинакова. Годичная общая выживаемость, вероятность 14-15,8. Двухлетняя 32,9-38. И сопоставимое число побочных эффектов третьей-четвертой степени выраженности. Переадъювантная терапия. Вот сегодня отдельно говорилось достаточно много о перспективах в движении в этом направлении. Мне кажется, это тот самый как раз пример комбинации двух имеющихся методов хирургии и лекарственного лечения. И вопрос лишь в том, что будет лучше. Я не думаю, что здесь будет выявлен очевидный лидер этого движения. Мне представляется, что гораздо важнее правильно оценивать возможности тех опций, которые у нас с вами есть. И здесь я предлагаю вам несколько тезисов. Правильное время в эволюции, выбор правильного времени в эволюции опухолевого процесса. И здесь чем раньше, тем лучше. Правильный партнер. То есть далеко не всякая химиотерапия вызывает ту самую желаемую иммуногенную клеточную гибель. Вы обратили, наверное, внимание, гемцитабин с платиной, то, что мы считаем неотъемлемым компонентом лекарственного лечения плоскоклеточного рака, практически не звучит в клинических исследованиях Посейдон, 9LA, везде паклитаксел, карбоплатин. Похоже, что гемцитабин с цисплатином для рака легкого не самый лучший вариант лечения с точки как именно индуктор иммуногенной клеточной гибели. Правильная последовательность методов и все-таки необходимость определения PD-L лиганда максимально рано с тем, чтобы все-таки понимать не только прогноз, но и на основании этого параметра делать правильный выбор с точки зрения активного лечения с двойной иммунотерапией для пациентов с холодными опухолями максимально ранние и возможность проведения иммунотерапии у больных с горячей опухолью в монотерапии или в более поздней стадии. Ну и, конечно, сочетание методов. Поэтому, если говорить о раке легкого, для PD-L-позитивных, высокоэкспрессирующих, мы можем рассчитывать на моноиммунотерапию, моно-PD-1, PD-L1. Выше эффективность химиотерапии с иммунотерапией в сочетании, но нет преимущества в общей выживаемости. Для комбинации иммунотерапии с иммунотерапией есть данные по сопоставимой эффективности и выживаемости в сравнении с монотерапией. Негативный PD-L – это или иммунотерапия с иммунотерапией, или как вариант иммунотерапия с химиотерапией, опять-таки с вопросом о правильном компоненте, то есть к партнере для иммунотерапии. Промежуточный вариант. Все-таки это комбинация иммунотерапевтических препаратов, химиотерапии с иммунотерапией или же более сложные химиотерапии плюс двойная иммунотерапевтическая комбинация. При этом долговременная выживаемость. Увы, это только малая категория больных и, к сожалению, меньше, чем нам того бы хотелось. Ну и, конечно, последовательность иммунотерапии и химиотерапии – это открытый вопрос, который, мы надеемся, будет решен в какое-то время в клинических исследованиях. Спасибо за внимание.